Ну, вот такие делишечки, девочки. А то у нас, видите, шторм идет. Штормит. Слышно, да? Нет? Штормит у нас. Вот. Ну, сейчас туда вниз на городской пойду. Хотела зайти сюда, к Крым, санаторий Крым. Нет, мне сказали платить. Я думаю, не буду платить, пойду сюда на городской. Ну, видите, как чисто у нас дворник уже убрал. Но мы выходим 5 утра. 5 утра выходим, убираем, чтобы и шли люди, чтобы было чистенько, красивенько. Вот, поэтому это у нас дорожники убирают здесь на море. А в субботу у нас субботник будет. Не знаю, получится мне снять или нет, потому что мне будет помогать контора девочки убирать. Там у меня инжир сломался, дерево, ветка. Я сегодня Елене Борисовне говорю, она говорит, да, в субботу субботник, и мы тебе поможем это все прибрать. Ой, думаю, красота. Красота, мне на субботнике помогут кто-то из мальчиков. Вытащить эту здоровенную ветку. А может, даже и помогут что-то отпилить там, сухие ветки, чтобы там не было их. Вот, поэтому таких... Не знаю, девочки, мне Дима Гаршин, директор этот, или как он сейчас президент, скинул мне человечка. Я что-то не могу этот настроить, прямую трансляцию делать. Попробовала, а у меня там в серединке читы, ну, вот это черное, четырех, ну, такое пятно, как квадратик. И не знаю, где-то надо настраивать, а я ж как бы не понимаю. Ну, надо попросить, кто понимает, чтобы потыкали мне, натыкать. Ой, чтобы сделать вот эту прямую трансляцию с телефона хочу. Здравствуйте. Мужчина идет и улыбается. Думает, идет и сама собой болтает. В руках держит телефон. Вот такие делишки. Ну а что делать? Ну что делать? Надо идти и... Ой, а кто-то есть на море, смотрите, ходят рыбаки. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Зайдем, посмотрим. Посмотрите, какой шторм сегодня. Ой, вообще, девочки. Какой у нас штормит. Пойдем с вами погуляем. Ой, а воздух какой. Как пахнет. Как пахнет морем. Ах, хорошо. С добрым утром, девочки и мальчики. Всем с добрым утром. Вышла погулять с вами. Посмотреть, что у нас тут творится, за что. Посидим немножко, отдохнем возле моря и пойдем домой. И пойдем домой. Мои хорошие. Шум моря, ой, красота. А пахнет, так пахнет морем, так хорошо. У нас тепло, тепло, девочки. Утром я выходила, было как-то прохладненько. А сейчас тепло. Так, пойдемте туда еще прогуляемся. Хотела в Алушту поехать, но не поехала я сегодня еще. Не знаю, получится поехать или нет. Может, сегодня нет, не получится поехать.
видите, как людей никого нет, но там на рыбу ловят. Человек сидит. Там калма. Такой шторм был вчера, девочки, большой. Очень. Смотрите, там птиц сколько. Шторм был. Камушки у нас тут. Надо отходить, а то у меня мокро, видите, какой шторм намочил. Это сам вода стоит здесь. О. Видите, что делается. И сегодня хоть не такой шторм, а вчера был сильный. Еще даже отдыхают люди на пейзаже. Ну что, мои хорошие, сейчас еще чуть-чуть побудем с вами и пойдем подышим свежим воздухом на море и пойдем. Надо в Алушту съездить, пойти на море сходить, там посмотреть, что там у нас на море, как оно там. Вот видите, какая вода. Намочила ноги, все. Девочки, намочила я ноги с вами. Все, опоздала, убежать не убежала. Ну все, домой придем, придется. Намочила ноги. Ой, надо убегать, убегать. Убегать, убегать, бо я уже ноги намочила. Штормик такой. Поближе с вами подошла и не подумала, что шторм меня намочит ножки. Ну ладно. Прогнал меня оттуда, сказал, уходи, не подходи близко. Рыбку ловит. Мужчина рыбку ловит, девочка. Водичка люпает. Меня прогнала оттуда водичка, гляньте, как прогнала меня. Ой, льется, льется прям ко мне. О, надо уходить опять. Все, девочки, отходим. Ну вообще, ноги и так намочила. И так ноги намочила. И еще меня выгоняет и выгоняет. Выгоняет и выгоняет меня далеко, чтобы я отошла, чтобы еще раз не намочить ножки. Ну, посмотрите, рыбаки. О, я что делается? Видите? Ну все, мои хорошие.
пошли домой. Все, погуляли, отдохнули.